Жить, родине служить, гласит пословица. В России с начала 2023 года набрали порядка 325 тысяч контрактников, среди которых и наши земляки. Служба по контракту – выбор сильных, считает Рамазан Муртазалиев из Прикубанского района. Подробности у Али Баташева. Рамазан Муртазалиев с детства хотел стать защитником Родины. После кадетского корпуса он поступил в военное училище, но из-за травмы курсанту пришлось уволиться. Рамазан не терял надежды стать военным и воспользовался возможностью заключить контракт с Министерством обороны. У меня травма колена была, и мне медкомиссия не пропустила, и мне пришлось уволиться. Но после этого я восстановил колено, решил вернуться в армию, подписать контракт. Хотел бы в артиллерию попасть. Командира гаубицы. Посмотрим, сейчас уже дальше решаться будет уже там, после подписания контракта. Заключение контракта на военную службу – важный шаг для тех, кто мечтает стать частью армии и служить своей стране. Для этого кандидату необходимо воспользоваться порталом госуслуги или обратиться в военный комиссариат, в котором он состоит на воинском учете. Дальнейшее разъяснят инструктора. В пункте отбора рассказали о социальных льготах и гарантиях, предоставляемых контрактнику. В частности, это единоразовая выплата в размере 195 тысяч рублей от президента страны и 100 тысяч от главы Карачаева-Черкесии. Минимальная зарплата контрактника составит 204 тысячи рублей. В зависимости от занимаемой должности она будет расти. Будут выплаты у вас за поднаем жилья или будете обеспечиваться служебным жильем? Вот, если есть дети, то есть возможность отправить их в детские оздоровительные лагеря, кредитные каникулы. Также вам будет предоставлен двухнедельный отпуск, оплачиваемый двухнедельный отпуск. Пункт отбора на военную службу по контракту находится в Черкесске по адресу улица Комсомольская, 31. Телефон для справок 8-878-22-60-4-61. Али Баташев, Вести, Карачаево-Черкесия.